В России необходимо усовершенствовать политику финансового стимулирования рождаемости. Об этом на координационном совете, на котором обсуждали проблемы семьи и детей, заявила Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации подчеркнула, выплаты материнского капитала доказали свою эффективность. Программу необходимо развивать, при том уже со следующего года. Высказывается мнение, что повышение эффективности материнского капитала будет способствовать расширению направлений его использования. Речь о его использовании на дорогостоящее лечение ребенка, на текущее потребление семьям с низкими доходами на условиях социального контракта, на организацию фермерского хозяйства, создание семейного бизнеса, на какие-то иные социально значимые цели. Матвиенко также призвала больше помогать детям. Один из родителей, которых уклоняется от алиментов, их должен компенсировать специальный фонд. Такой хотят создать в России. Эта же организация будет позже взыскивать выплаченную сумму с неплательщиков. На совете говорили о других темах, о защите детей от негативной информации в СМИ, о работе органов опеки. Детально эти вопросы чиновники обсудят в следующий раз. Напомню, в Международный день защиты детей Владимир Путин утвердил так называемую национальную стратегию развития в интересах детей. А позже был создан координационный совет, который реализует эту программу.